Третья хорошая новость. Мы наконец сделали мобильное приложение. Но мы сделали не просто мобильное приложение, мы реально сделали крутое мобильное приложение. В нашем мобильном приложении мы объединили все сервисы, которые сейчас есть на Kaspi.kz. Следовательно, в мобильном приложении у нас есть все сервисы, особенно 4 локомотива, самые ключевые наши сервисы. То есть у нас есть магазин на Kaspi.kz, у нас есть платежи без комиссии на Kaspi.kz, у нас есть мой банк, Kaspi Red. Ну, разумеется, у нас есть бонус, гид. И все это мы сделали в новом дизайне, который сделан специально для мобильного. И мы очень надеемся, что всем нашим клиентам этот дизайн не только понравится, но он будет еще и более удобным и безопасным. Платежи. Коротко скажу, что мы сделали с каждым из разделов в мобильном приложении. Во-первых, у нас уже более 450 услуг. Следовательно, мы организовали все таким образом, что намного легче и удобнее найти любую из услуг, которую нужно оплатить. Второе – это сама по себе удобная оплата. На самом деле, то, что вы видели, немножко похоже в переводах. То есть, в принципе, функционал такой же. Можно очень легко оплатить и оплатить очень сложные квитанции, такие, например, сложные, я имею в виду, которых очень много деталей. Допустим, это Алсека. Вот. Мы также сделали анализ платежей. Следовательно, вы можете посмотреть на платежи, вы можете выбрать конкретный платеж, и потом после этого вы можете посмотреть историю за период по конкретному поставщику услуг. В частности, здесь, например, показан пример Алсека. Вот, магазин. Магазин мы полностью переработали. На самом деле, магазин мы запустили как мобильную версию немного раньше. Здесь мы сделали суперудобный поиск товара. То есть реально можно очень просто и быстро найти любой товар. Мы также сделали выбор продавца. Теперь продавца также можно выбрать на мобильном очень, очень легко, очень быстро. И самое главное, вся информация о продавце, условия предоставления покупки, также вы видите прямо на экране своего мобильного. Оформление заказа тоже все очень просто. Когда мы запустили буквально недели две назад новую версию мобильного магазина, в некоторых категориях клиентов продажи или конверсия увеличилась почти на 20%. То есть настолько удобнее стало на мобильном совершать поиск товара, выбор продавца или оформление заказа. Вот. Мы также сделали мой банк. Мой банк мы переработали совершенно полностью. Соответственно, во-первых, у нас есть одна страница, на которой есть вся важная информация. Следовательно, например, в этом случае мы видим, что у нас есть дата платежа по всем кредитам, есть мои кредиты, допустим, это кредит на покупки, кредит на холодильник, кредит на телефон, есть моя кредитная карта, Kaspi Gold и мои депозиты. Соответственно, сразу же на первой странице вы видите всю важную информацию о своих продуктах. Платежи по кредитам мы организовали в календарь платежей. Следовательно, вы видите по своему кредиту график платежей, дату платежа, каким образом вы оплачивали свои платежи предыдущие и сколько вам еще нужно платить в будущем. Если вы нажмете на любой из этих платежей, следовательно, вы увидите сразу расшифровку, то есть из чего состоит ваш платеж. Следовательно, ваш платеж состоит, например, у нас ежемесячный платеж по кредитам объединяет несколько кредитов в случае, если у вас там два и более. То есть вы видите все кредиты, в моем случае это кредит на холодильник, кредитная карта. Вы видите также сколько оплачено, и дату оплаты, то есть когда, следовательно, я этот платеж сделал. Вся информация на экране мобильного. Мы также сделали историю операций. То есть Kaspi Gold – это карта, которая в первую очередь предназначена для покупок. Следовательно, используя карту Kaspi Gold для покупок, вам должно быть особенно интересно или удобно смотреть, какие операции вы сделали. То есть, следовательно, какие у нас были пополнения, снятие наличности, переводы, покупки и разное. В разные мы просто объединили вещи, которые не являются там особо материальными. Вы также можете увидеть анализ покупок. Это вообще классная штука. Мы, следовательно, сделали, мы разбиваем, организовываем ваши покупки в разные категории. Например, в этом случае это авиабилеты, платежи на Kaspi.kz, одежда, обувь, аксессуары, цветы. И в этом случае вы, в принципе, можете видеть, а на что на самом деле вы потратили деньги, что вы покупали с Kaspi Gold. У нас есть классный сервис активации карты для покупок в интернете. Соответственно, мы сделали его еще лучше. То есть, во-первых, мы сделали его намного красивее. Во-вторых, теперь вы каждый раз видите текущий лимит. То есть, грубо говоря, вы видите здесь, что, например, текущий лимит у меня покупок в интернете активированный 25 000 тенге. Многие клиенты
нам говорили, что, ну да, лимит у меня 25 тысяч, но я не понимаю, сколько на данный момент у меня еще свободных денег для того, чтобы делать в интернете покупки. Соответственно, мы добавили такую классную фразу, что теперь, например, осталось 10 тысяч тенге из 25 тысяч. Это реально крутой сервис, и мы желаем, чтобы у вас были супербезопасные покупки в интернете, вы можете управлять своими лимитами и чувствовать себя и защищенными, ну и свои деньги. Каспи Ред. Вот, с Каспи Ред, соответственно, мы сделали скидки, бонусы и подарки. Этот сервис мы запустили какое-то время назад. Вот, я надеюсь, что все наши партнеры этот сервис видели и оценили. И мы также совсем недавно запустили еще два классных крутых сервиса с Каспи Ред. Одобрение лимита онлайн. То есть, грубо говоря, вы можете сразу увеличить лимит прямо с экрана мобильного. И второе – это увеличить лимит до 150 тысяч. Теперь наши любимые клиенты могут не только увеличить лимит с 50 до 100 и со 100 до 150, но еще и покупать больше. И, как вы знаете, лимит у нас был первоначальный, максимум 100 тысяч тенге. То есть мы очень надеемся, что увеличивая вовлечение в клуб Каспи Ред, мы делаем, во-первых, огромную пользу для наших клиентов, и они делают выгодные покупки, ну и для наших любимых партнеров точно так же, которые имеют возможность увеличивать свои продажи. Следовательно, Каспи Ред – это скидки, бонусы, подарки, раздел одобрения лимита онлайн и увеличение лимита до 150 тысяч тенге. Делаем демо. Все сервисы мы организовали в нашем приложении, как видите. У нас есть магазин, платежи, мой банк, Ред, бонус, гид, мэпс и переводы. Платежи – наш легендарный сервис, который пользуется огромной популярностью. Приблизительно около 4 миллионов платежей каждый месяц мы помогаем делать нашим клиентам. Сергей? Поможешь? Я оплачу Сергею мобильный. Как видите, дизайн все очень просто. Мы говорим только о том, что надо делать. Следовательно, Сергей может мне там продиктовать свой телефон. Вот. Но мы сделали такую классную штуку, что на самом деле Сергей у меня в календаре, поэтому я его могу просто добавить. Все. Ну, у нас также классный сервис, что все мобильные операторы определяются у нас автоматически. Вот, следовательно, потом я могу выбрать с любого из платежных инструментов, откуда хочу оплатить. Вот, ну, следовательно, например, хочу оплатить Сергею с Каспи Голд. Вот, у нас есть бонусы. У меня где-то 2800 бонусов, то есть я, наверное, могу закинуть Сергею целых 2000... Нет, я не закину тебе 2800, подожди. Ладно, хорошо. Гулять так гулять. 101 тенге. Все, подтвердить. Вот, так быстро можно оплачивать с платежи на Каспи КЗ. Мы также сделали классные вещи, например, в частых. Соответственно, вы можете оплатить, вы можете переименовать. Вы можете смс-уведомления включить или выключить. Вот, это что касается платежей. У нас также есть квитанция. Вы квитанцию можете переслать себе на e-mail, если хотите. Все, вернутся платежи. Вот, это что касается платежей. Red. Увеличение лимита. Это функционал, про который я вам рассказывал. Следовательно, сейчас у меня 50 тысяч тенге, этот уникальный сервис позволяет увеличивать лимит сразу в онлайне, прямо с мобильного телефона. У меня, следовательно, 50 тысяч тенге лимит, я хочу его увеличить. Но мы очень надеемся, что большинство наших клиентов будет наблюдать вот эту картину в конце. Тогда просто надо выбрать тот лимит, который вы хотели бы получить. Не нужно приходить в отделение, не нужно писать никаких заявлений, не нужно заполнять никаких бумаг. Вы просто с экрана мобильного выбираете лимит и... На данном случае выберем 100 тысяч. Вот, следовательно, точно так же я его подтверждаю. Все, ваш новый лимит на покупки. Увеличив в течение 5 минут, это означает, что любой клиент, который увеличил свой лимит, сразу же может идти и делать новые покупки. Коротко покажу магазин наш. Вот этот новый дизайн. Здесь очень легко найти любой товар. Мы организовали специальный каталог наших товаров. Вот, следовательно, можно выбрать. Можно точно так же сделать поиск.
Вот, вы сразу видите наглядно все товары, которые есть в магазине на Каспи.кз. Вот, вы также можете посмотреть все товары в верхнем меню. Можете воспользоваться всеми предложениями, которые есть на самом сайте. Вот товар, который я выбрал. Все происходит на экране мобильного. Вы можете себе подобрать ежемесячный платеж, размер ежемесячного платежа, если вы хотите приобрести товар в кредит. Вы видите всех продавцов наших, которые работают на платформе нашего магазина. Вы, следовательно, можете посмотреть всех продавцов. Они все на одном экране. Вот. И выбрать себе самое выгодное предложение или самый удобный магазин. Точно так же, как и почитать рейтинги по всем нашим любимым партнерам. Мы очень надеемся, что рейтинги помогают как покупателям принять правильное решение, так и нашим партнерам улучшать рейтинги для того, чтобы предоставлять качественное обслуживание нашим клиентам. Вот. И мой банк. Вот, следовательно, это мой банк. Вот, на одной странице мы видим совершенно всю основную информацию, которая нам нужна. Если мы посмотрим на Каспи Голд, то здесь мы можем увидеть выписку по карте, очень детальную. Вот, мы весь сгруппировали все операции, пополнения, снятия, переводы, покупки. Вот это, мне кажется, классно, полезно. То есть вы сразу можете видеть сгруппированные покупки по категориям покупали. Вот, соответственно, вы здесь видите, например, платежи на Каспи.кз, супермаркеты, кафе и рестораны, допустим, топливо. Вот, вы можете зайти в детали и точно так же посмотреть полностью все детали своих операций. Вы также можете зайти и посмотреть, когда была совершена операция, какие бонусы были начислены. Ну, реально, фактически всю информацию о всех операциях с Каспи Голд. И оплата в интернете. Вот, мы сделали вот такой классный сервис. Следовательно, вы можете открыть доступ на 25 тысяч, 50, 100, 200 или на безлимита. Мы, допустим, откроем на 50 тысяч. Все, пум. Можно идти и делать покупки в интернете. Текущий лимит 50 тысяч, осталось 50 из 50 тысяч.